Знает. Ну ладно, ну пусть уже он скажет. Давай мне расскажи, Илюша, я ничего в этом не понимаю. Расскажи мне. Расскажи нам про приложение, Вероника. Я видел такое приложение, где можно ходить на вечеринки, при бассейне. Вот это вот из-за этого. Я сканирую сердечко и ловлю дружбу своей пони. Да, вот сканируем сердечко, да, там нарисовано. Это девочка Пинки, а это лошадка Пинки. А вот это, я знаю, ой, аккуратно. Точно, какой-то лошадка догадаешься. Какой ты, Илья, большой и грамотный уже стал. Конечно, кто? Скажи. Я знаю, кто это. Да пони. Кто это? А я вам принесла, если вы будете хлеб, так вон немножко сыра. Украинского, вот, как? Польского есть. С украинской границы. Теперь можно только, то, что ты можешь положить себе в рот. Ну ты довольна, вот, Вероничка? Кусочку. А? Вы же голодны? Еще ладно. Давайте. Мам, ты видела, это не девочка Пинки поедет. Можно. Кого первого? И лосатка. Только давай мы аксессуары не будем вытаскивать, хорошо? Они маленькие, чтобы не потерялись. А лучше мы достаем. Лучше вот такую. Давай, мы достаем, потом сюда сложишь пакетик. Хорошо, бабушка будет. На, держи. Нет, пакетик бабушка имеет в виду вот эти мелочи такие. Мелочь только, чтобы тебя не потерялось. Это твой пакетик, там потом возьмешь. Кстати, тут две можно нам поиграться обеим. Обеим? Обеим? Или вдвоем? Нет, Илюша, вдвоем. Я не думаю, что она сейчас разрешит вдвоем. Это сделать. Вдвоем! Ой, 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 что я и говорила. Так, так. Так, положили туда. Илюш, не надо. И вытащим сам куклу. Давай, Илюшенька, давай сюда, детка. Давай, а то они все растеряются. Моя кольцо. Я. Какой кошмар. Кошмарики на воздушном шарике. Ну дети же, боже мой. Если мы Илья, и то... Это для девок. Какая разница, боже это мой. Для девок. А. Ну никакой разницы. Как это никакой разницы? Ты что такого? Если руки для девочек, а если сейчас вообще он в Германии нету пола. Не ставят пол при рождении. Так что не надо маленьких дурить. Мы ж в Европе практически. Во, английский сразу виден. Вау, вау. Это первое, что надо знать в английском языке. Вот это тоже для девочек. Это точно такой же, как мой маленький, но только вот этого цвета малинового. Как раз и для мамы занятие нашлось. А вот это опять я получила себе заниматься. Да. А вот это голубой. А это голубой для девочек. Ну что ж, он смотрит, он эти же мультики смотрит, так что уделяться-то.